Всем-всем наидобрейшего денечка. Середина января, а я уже решила начать небольшие посадки. Но с чего я решила начать? То есть вот покупала вот такие маленькие баклажанчики. Написано, что можно выращивать на подоконнике круглогодично. Поэтому вот посадила вот, ну как посадила, замочила их пока только. Вот сегодня замачиваю семена, буду на днях сажать. Вот. Попробовала и тот сорт, в принципе. Ну, вдруг получится. Конечно, сейчас пока холодно, даже на веранду не выставлю ничего. Но пока буду вот этот обеденный стол использовать как маленькую теплицу. Вот. Еще вот тоже домашний огород. Урожай на подоконнике. Два вот таких перца болгарских посадила. Желтенький и красненький. Ну, как посадила, опять замочила семена. Помидорки. Вот эти всякие разные балконные. Тоже вот их замочила, хочу посадить. Тут вот оранжевые, оранжевая шапочка. Так, где тут название? Детский садик, Пиноккио и балконное чудо. То есть вот их тоже замочила. Еще вот такой вот перец, очень декоративный, острый. Но написано вкусно, полезно, красиво. И что ему нужен, очень маленький горшочек. Два семечка замочила. Вдруг получится. Буду рада. И один огурчик балконный. Огурец балконный. Ну, может, он начнет расти у нас и здесь на подоконнике. А потом можно будет перенести на веранду. В общем, начинаю опять эксперименты. Будем смотреть, что получится, что не получится. Буду вам показывать, рассказывать. Вы, возможно, мне подсказывать будете правильные вещи. А кто не умел, учиться на моих ошибках. Потому что я же 100% что-то где-то накосячу. Это как пить дать. Но так же хочется. Прямо хочется. Видимо, возраст, вот это вот все нужно в земле ковыряться. Хотя у меня было и лет в 25. Я прямо любила сад, землю, сажала без ума, без памяти. Но это было давно и неправда. И я все позабыла. Ну, а всем хороших посадок, хорошего урожая. Благополучия вам. И главное, здоровья.